Как интересно в чужой стране. Всегда познаешь что-то новое. Ну вот, иногда с незнанием языка происходят интересные случаи. Ездили мы за своими вещами, и на железнодорожной станции Заверч произошел с нами интересный случай, когда мы возвращались уже с вещами. Везу я вещи на нашей любимой кравчучке, тележке. На ней стоят две большие сумки, привязанные, и в руках одна. Мы приехали в Польшу зимой, вот у нас и были сложены в сумке зимние и личные вещи. Да еще нам волонтеры привезли вещи для весны и лета. И все это было у нас в сумках и на нас. А ехать надо было в Катовице. И посадка на второй платформе. Чтобы на нее попасть, надо по ступенькам спуститься. Подземный переход. А потом по таким же ступенькам подняться на платформу. Так вот, спускаюсь я по ступенькам и кравчучку спускаю. А рядом жена спускается. И вдруг девушка молодая, симпатичная полячка, проходит мимо, останавливается и говорит: «Винда, Винда!» А я ей отвечаю: «Да мы с Киева, не знаем, мы не понимаем многое». Мы думали, она нас что-то спрашивает. А кравчучку я продолжаю спускать по ступенькам. Она опять: «Винда, Винда!» А я ей: «Да мы не местные, не понимаю я язык сильно». Тогда она подбежала к стенке, где был лифт, нажала кнопку, лифт открылся. Она показывает и опять говорит: «Винда, Винда!» И побежала на перрон, на посадку. Там как раз приходила электричка. Мы зашли в лифт, понажимали кнопки, а он не едет, стоит. Мы переглянулись с женой, а тут и двери закрылись, и поехали вверх на платформу. Вышли, глазами поискали девушку, не нашли. Видно, на электричке уехала. Мы сели на лавочку и стали ждать поезд. Посмотрели, оказывается, есть винда, лифт, который опускает в переход, а есть лифт, который поднимает на перрон. Да, мы вспомнили Бобровицу, когда с тяжелыми сумками спешишь на электричку, а дорогу перегородил состав, лезешь на мост по таким корявым ступенькам, что можно ноги сломать, а потом бежишь к перрону, чтобы успеть последний набитый людьми вагон. И с любовью вспоминаешь простую девушку, полячку, с ее такими прекрасными словами: «Винда, Винда».